В рамках контроля подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону состоялось выездное заседание постоянно действующей комиссии под руководством начальника отдела ЖКХ Лабинского городского поселения Геннадия Родникова. Специалисты постели несколько многоквартирных домов, чтобы проконтролировать работу управляющих компаний по подготовке объектов к зиме. Комиссия что может констатировать? Работы начаты. В общем-то, отставания от плана нет, но на какие направления необходимо уделить больше внимания. В частности, это не только кровлям и сетям, а еще и входным группам в подъездах и отмосткам на квартирных домов. Весь многоквартирный фонд у нас в основном уже за пределами 30-40 летней эксплуатации в нашем городе, и поэтому однозначно требует ремонта. Второй момент, о чем хотелось бы рассказать, но если за те многоквартирные дома, которые находятся в управлении управляющих организаций, еще можно относительно быть спокойными, то вот есть львиная доля домов многоквартирных, которые находятся на непосредственном управлении. Вот с этими домами мы испытываем постоянные трудности. Первостепенная задача управляющих компаний – провести ремонт крыши на многоквартирных домах, если в этом есть необходимость. К этому делу уже приступили по улице Мира 345. А в многоэтажке, что на Некрасова 30/1, начали менять старые стеклопакеты на новые. Данные дома находятся в ведении управляющей компании «Лабинский ЖЭК». Как отметил директор, это только первый этап подготовки к отопительному сезону. А впереди еще предстоит большой объем работ, и выполнить их компания обещает в срок. По улице Некрасова 30/1 в этом году запланирована замена в подъездах оконной группы. То есть сейчас на данный момент заменены стеклопакеты, в дальнейшем будут отремонтированы откосы, ну, поштукатурены, покрашены, то есть подъезд будет приведен в нормальное состояние. Также по другим домам запланированы ремонт трубопроводов, заменная частичной, ремонт кровель, опрессовка систем центрального отопления. Все это будет сделано для того, чтобы в следующий отопительный период 2015-2016 года системы отопления проработали в нормальном режиме, не было серьезных аварий. И, естественно, произведена ремонт входной группы, то есть утепление окон, дверей, то есть все для сохранения тепла у жителей. Комиссия призывает жителей нашего города не оставаться безучастными, следить за своими домами и совместными усилиями содержать жилой фонд в надлежащем виде. Задача по подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону и к зимней эксплуатации поставлена. Весь жилищный фонд должен быть подготовлен к предстоящей зиме до 1 октября. Сроки достаточно сжатые, ну, опыт у нас есть, будем этим вопросом заниматься. Привлекать будем общественность также к этим проверкам. Что-то, если не будет получаться, будем, значит, обращаться выше к руководству. И пожелания гражданам. Готовьтесь к зиме, бережно ухаживайте за своим жилищным фондом. Вы хозяева, только от вас все и зависит. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба».